Всем здравствуйте! Новое видео у нас на канале, и сегодня у нас будет погрузка контейнеров в Казахстан. Давайте смотреть. Делаем мостик, как всегда плотненький, это же Казахстан. Крупные брусья, в общем, вот такая красота. Тонируем быстро. Тут совсем не жарко. Один просто... Погружаться у нас будет три автомобиля. Lexus NX, Toyota RAV4 и Subaru. Сейчас это будем показывать. Первый автомобиль, битый автомобиль из США, который будет погружаться, это будет Lexus NX. Вот в таком состоянии, без колеса, его мы будем поднимать. Вот так вот он выглядит. Вот в таком состоянии уходит от нас. Дим, открой багажник, покажи, что там просто. Там остатки бампера, да? Это F-Sport. Напоминаю, контейнер в Казахстан. У нас здесь, ребят, просто остатки бампера, остатки того, что там как бы находилось в автомобиле. Мы его весь пропылесосили, убрали. У нас была разбита форточка, и как бы вот, вот так вот все это здесь. Заклеили, чтобы не было дождя, чтобы влага не попадала. Вот так вот все отправляется. Ребята, встречайте, ждем от вас фото-видеоотчет, каким он прибудет к вам и каким вы его сделаете. Следующий автомобиль, который у нас погружается, это Toyota RAV4. Ребят, помните, она не заводилась, не ехала, у нее был удар по в стартер. Что мы сделали? Заказали новый стартер, заменили, машина заводится и едет. В общем, вот так вот она выглядит. Вот в таком вот состоянии она будет отправляться к заказчику. А внутри, сейчас глянем, убирали, не убирали, но я думаю, что ребята обязаны были убрать, да. Все чисто, все убрано. Ключи, вы видите, где мы храним. А безопасность, здесь все, что находилось в автомобиле, все, что сняли, вот сложили в багажниках. Сейчас поставим бустер, глянем, что там. Старая урка у нас тут подцепляется. Еще будем открывать багажник. А как тут его, Дима, открыть? Подожди, сейчас откроем. Все открывается, все открыто. Ну давайте глянем, что здесь. Дим, что здесь находится вообще? Подскажи, пожалуйста. Все пары, бампер ломанный, радиаторы, вентиляторы, ноги. В общем, все, что мы сняли с передней части, когда меняли стартер, все находится здесь, Денис. Все ломанное. То есть, как бы здесь, ну, такое. Такое, мало ли. Я думаю, что заказчик все это поменяет на новое, но мы на всякий случай сложим. Мало ли, коннектора, какие-то нужны крепления или еще что-то. В общем, это все вот так. Дальше у нас все вот так вот. Диски, все диски как есть. Все как есть. В общем, вот такой вот автомобиль будет отправляться у нас. Вот в таком вот состоянии. Это что мы имеем по RAV4. Вытяжка влаги, Дамич. Опа. Каждую машину. Знаете, да, зачем? Вот так, есть. Точно так же по вытяжкам влаги там есть, тут работает. У нас по NX-у. Ну и следующий будет у нас вот Subaru, помните, да? Subaru, который немножко позже покажу. Такой косолапый. 15 секунд уже снимать, не можешь распаковаться. Я почему-то про себя так подумал. Готовим перед заездом как бы контейнер. Стяжками постегнули все провода, чтобы ничего не болталось. Снимаем с той стороны колесо. С этой нету его. Ой, вот так вот. Скажи, что дождь закончился. Вот так вот все снимаем. Колесико, контейнер. И все, вешаем. Здесь вот так вот. Помоги, Матович. Колесо это надо просто закинуть за мост, пускай оно там и лежит. Они там уже разберутся. А вообще, знаешь что, Дим? На них будут перегружаться. Кидайте в какой-то там... знаешь что, кидайте во что? Снимите амортизатор вообще. Если можете, снимите на вообще-то колесо. Оно не нужно ему. Оставьте только ступицу. Понимаешь? Положить. И все. И положим в ящик, в багажник. Все. Чтобы оно не валялось нигде по контейнеру. Oh,
еще. Оп! Все. Очередной автомобиль, который будет у нас заходить в контейнер, это будет Субрастер. Своим ходом. Укомплектовали автомобиль полностью запчастями. Ребят, вы видите, у нас здесь стоит крыло, дверь. В общем, все, что необходимо. Все, что попросил заказчик, мы сделали. Осталось зафиксировать, отправить к нему. Вот таким вот автомобиль отправляется от нас, с нашей базы. Кстати, было бы очень интересно, если бы вы все показывали, какими вы их получаете. Конечно же, проверка запчастей, что у нас здесь. Все по электрике ручки с правой двери. Дверная карта, стекло на панораму. Пластик мелкий, который был. Это у нас порожки и подкрыльник. Вот все, что отправляется с данным автомобилем. Вытяжка влаги еще повесим. Зафиксировали следующий автомобиль. Ребят, полностью его распяли. Цепи, брусья, ремни. В общем, все по красоте. Выглядит это все вот так. И будем заезжать на Субарике. Скорее всего, задом. Все, практически запарковались. На Субару два ключа. Два ключа кладу в подстаканнике. Капот открываем и отключаем аккумулятор. Ну, в общем, вот такая у нас погрузочка. Довольно-таки быстро сделали вот такой вот контейнер. Все, ребят, встречается контейнер, получается автомобили, фиксируйте, ремонтируйте, делайте видео о отзывах о нашей работе. Ну, а мы будем только рады помочь вам и следующим заказчикам вот с такими услугами. Покупка автомобилей, укомплектация запчастями, доставка в вашу страну, таможня при необходимости ремонт.